Всем привет! Я хочу вам показать видео о том, как разогнать процессор Core i5-2310 на максималку. Так, у нас стоит ASRock, материнская плата ASRock P67 Pro 3, надеюсь, видно. Так, процессор Core i5-2310, 2,9 ГГц. Так, смотрим, у нас стоит Main. Можем с помощью мышки или клавиатуры поменять на OS Tweaker. Вот он сам подзаголовок OS Tweaker. Дальше у нас стоит авто. Так, у нас вот видите CPU ratio. Так, здесь мы меняем на автоматического на Alcore. Можете на через Per Core, но здесь каждое ядро настраивает, а здесь мы полностью все ядра настраиваем. Так, следующее. У нас стоит 2,9 ГГц. Так, мы здесь меняем на максималку, то есть у меня максималку выдает 3,6. Попробуем на максимально разогнаться и посмотрим. При этом вы проверьте свое охлаждение, дополнительные кулера, чтобы они хорошо работали у вас, не перегревался. Если вдруг компьютер может не включиться, такое тоже бывает, то мы просто сбрасываем настройки по умолчанию с помощью, вынимаем батарейку там, или просто сзади кнопочка есть для сброса настроек. Так, дальше. Можем разогнать оперативную память, но я этого делать не буду. DDR1446, у меня 1433, но я немного разогнал, на фаст поставил. В итоге я разогнал немного его тоже. Можете 1600, он гонится тоже на 1600. У меня Kingston, давайте тоже разгоним на всякий случай. Вольтаж он себя сам выставляет, я ничего здесь не меняю. Вот у него вольтажность, здесь у него выставлена вот. Но оно автоматически. Можете все это настроить. И дальше вот настройки все мы сохранили. Продолжаем. Так, настройки все сохраняем. Вот можете вот save вот 1S User Default. Здесь сохраняем все. Вот можно назвать как хотим. Первое, например, вот я назову ее. Все сохранил. Все он не сохранен. Если у вас вдруг сброшены будут, вы здесь просто нажимаете загрузку и все загружать по этим настройкам, все что вы изменения сохранили, все здесь настраивайте. Дальше, так, теперь все здесь смотрим, чтобы вас автоматически выставлял, то есть я сейчас вам покажу, где это. Так, это у нас вот CPU fan, здесь на автоматическом у меня выставляет вольтажность, ну вот это все, скорость кулера. Я не буду здесь ничего трогать. Так, все. Теперь F10 клавиша и Save. Сохранить. Так, смотрим. Компьютер должен быть перезагружен. Ждем. Оперативку мы тоже разогнали. И процессор тоже на максимально разогнали. Это для чего нам нужно? Например, для игр. Для сложных игр. Чтобы они все запускались. Ну и для программ, конечно же. Так, смотрим. Так, компьютер запустился, все на ура, вы можете проверить. Теперь на последнее проверяем наш процессор, как он разогнался. Так, с помощью программы AIDA64, тест, чтение с памяти. Так, у нас 17949 мегабит в секунду. Это у нас память DDR3616. Мы разгоняли с 1333. Так, теперь следующая. Запись память. Так, запись память также. Следующее копирование памяти. Задержка памяти. Следующий. Теперь у нас пошел процессор. Процессор у нас. Так, скорость его. Так, следующий. Тоже процессор у нас. CPU Photo Works. Так. Так, CPU Sleep. Так, 3533 выдает. Так, следующий у нас CPU AES. Так, 3533. Так, CPU H, также все проверяем на месте. Так.
все, что мы видим. Все, мы закончили. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.